Путешествия украшают нашу жизнь, но в дороге может произойти что угодно, говорит Евгений. Он часто ездит в другие города Прикамья. Внештатных ситуаций пока не случалось. Однако на всякий случай молодой человек установил на телефон новое приложение МВД России. Если бы потребовалось вмешательство полиции, то, конечно, это приложение было бы очень удобно и очень выручило. В первую очередь, мобильное приложение – это удобный инструмент для экстренной связи со стражами порядка. С помощью специальной кнопки пользователь может напрямую позвонить в дежурную часть. Еще одно прикладное значение – поиск ближайшего отделения полиции, причем в любом городе страны. Все это, соответственно, можно в любом районе, в любой местности, как Пермского края, так и на территории всей Российской Федерации. То есть приложение автоматически задает вашу геопозицию, находит вашу геопозицию и, соответственно, уже самый ближайший к ней отдел полиции. В приложении также можно познакомиться с участковым вашего микрорайона. В базе данных вся необходимая информация. Фотография, фамилия, имя и отчество, часы приема, зона ответственности, адрес участка и телефон. Приложение также содержит справочную информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения и санкциях Кодекса об административных правонарушениях. Теперь полицейские действительно находятся на расстоянии одного клика. Однако злоупотреблять новыми возможностями не стоит, предупреждают в МВД. Есть еще и ответственность, да, за всякие лжевызовы полиции и так далее, имейте в виду. Есть и уголовная ответственность, там серьезное наказание, там до 1 000 000 штрафов и до 5 лет лишения свободы. Программа пока доступна для пользователей айпадов и айфонов, а также гаджетов на базе андроида. Версия для платформы Windows еще в разработке. Скачать приложение можно на сайте МВД. Александра Михеева, Александр Копысов, телевизионная служба новостей.